занимаются бесплатно, муниципальные группы, с 8 утра до 8 вечера. И есть лягушатник для малышей и большой бассейн для того, чтобы можно было серьезно заниматься. Тренерский состав, преподавательский. Здесь есть задача сейчас сделать так, чтобы как можно больше ребят, вообще жителей города занималось в этом бассейне, чтобы этот бассейн, это учреждение максимально взяло на себя нагрузку. Поэтому я в качестве рекламы рекламирую, приходите в Юность заниматься плаванием, ну и в спортзалы, заниматься спортом.